Привет. Ну, рассказывай, какие эмоции, впечатления от матча, от сезона? Все говори. Ну, у нас сегодня был дерби. Мы находимся с медицинским университетом на одном острове. Мало того, у нас вузы находятся на разных берегах реки Карповки. Поэтому можно сказать, что это дерби. Плюс у нас профессия более-менее схожа. Работаем в сфере здравоохранения, поэтому настраивались по-особому на эту игру. Ну, плюс на кону был выход в первую лигу, тоже давал себе знать. Вот. Как бы впечатление. Хороший сезон, завтра финал. Когда выиграем, тогда и скажем, как сезон прошел, но пока идет хорошо. Ну а сегодняшнем матче что можешь поподробнее сказать? Сильный соперник попался, вот, жесткий, ну видно, что не зря в первую лигу играл. Вот, повезло сегодня, ну и как бы отдохнули за целую неделю, отдыхали, все не играли в футбол, свежие были. Вот, это тоже сыграло роль, бегали быстро. Вот, ну и перебегали игроков, видно было, что быстрее их бегаем. Вот, пас сыграл свою роль, сыгранность команды высокая, к концу сезона появилась. Вот, поэтому и выиграли. Как считаешь, к завтрашнему матчу готовы? Да, готовы. Если будем сегодня играть, то завтра будем играть как сегодня, но еще без реализовывать больше моментов, которые у нас у наших ворот, у чужих ворот возникают, тогда мы точно должны выиграть. Спасибо большое, удачи. Спасибо, до свидания. А, последний, самый главный вопрос. А за кого будете болеть сегодня, за Россию или за Португалию? За Россию, конечно. А почему эмблемки у вас португальские? Потому что португальская форма черная, новая, и мы решили взять черную форму, чтобы ее не стирать чаще. Но болеть будете за Россию? Болеть будем за Россию, да. Здорово, спасибо.